Итак, всем привет, это Спанч Боб, и мы играем в Майнкрафт. Нет, мы не будем его проходить, его будет проходить Ассасин, а я буду обозревать моды на Майнкрафт. И мы начнем с первого нашего мода на этой серии, это будет мод Resident Evil. Так, мы начнем пока что с модов, а потом с предметов и крафтов. Так, первый моб, который у меня тут, нет, имеете много. Там сразу этих мобов сюда положить. Значит, первый моб, простите. Да, я одет в одежду, которую я скажу немного попозже. Уже спаялся, ну ладно. Это разные, да. Так, все, начнем. Значит, первый моб у нас в этой моде. Это у нас Nemesis. Я не знаю, с какой части Resident Evil этот моб. Давайте проверим, как он бьет. О, он быстро бегает, кстати. Так, это гейм-моды. Мы пропишем. Не так написано, чтобы фрапс мешает не видеть. Моды. Ну и вот, все. Бей, так, куда это? А, ну да, я в броне. Без брони. Как ты меня будешь сейчас бить? Во, одному сердечку бьет. Вот, два, ну. Эпик падает, эпик падает. На, месяц, твой, твой от меня. Блин, уже сильный. Даже меня сейчас, а? Нет, ну убьешь. Вот. Почему я тебя выключил, я идиот? Все же убьет. Блин, тут у меня там сердечек. Блин. Тогда. Моды. Один. А вот. Он нам кинул бутылки опыта. Так многие мобы кидают, ладно, я больше не буду так проверять жизни. А то меня сейчас убьют, я потеряю свой домик и провалюсь. Так, теперь у нас идет Гарандер, это из четвертой части игры, как я помню, я играл в эту игру много. Но не прошло полностью у меня. Ну, хотя с ним проходить, и он делает нам рубин, потом я расскажу немного попозже. То есть был Гаратор. Теперь идет Игр. Это у нас из каждой пятой части игры. Я в него тоже играл, тоже не прошел. Ага, он нам дает скелетную голову, интересно. Так, теперь Джак Краузер. Так, он из четвертой части игры. Также. Ну как, сразись со мной. Нет, я сейчас не буду бить, он не хочет. Дальше, он очень долгий. Нет, сколько у него хп? Я не знаю, сколько у них хп, я не смотрел. Ого, он что ж, два рубина дает. Классно. Пять мирайдов. Капец. Так. Теперь сейчас Chief Mender, это тоже с четвертой части, я не знаю. Так, мы дальше делаем. Видите, какая текстурка? Все красиво нарисовано, кстати, ребят. Это почему нравится? Ладно, вот. Посмотрим, что он дропает. Конечно. Что вы еще думаете? Так, он дропает. Ну, и он дропает глаз. Дропает эмерайды. И бутылки. Они все почему-то бутылки дропают. Скоро, наверное, буду с этим. Ну, как потом сказать. Ладно, схема вот. Как, вот так. Расскажу. Так, вот это у нас доктор Сальвадор, это из многих частей, наверное, как я помню. Он с пилой ходит, убивает, мне кажется, одного удара. Мне кажется, не в Майнкрафте, кажется, в той игре. Он убивает одного удара. Это очень опасный противник в той игре. Так, потому что Лиам Биркин, я не знаю, с какой-то игры. Наверное, из Dragon City, но я точно не могу сказать, что я не играл. Я делаю, кроме пятую или четвертую. Нет, хотя, ладно, кому я вру, я еще шестую прошел полностью. Я еще шестую играл и прошел полностью от начала до конца. Так, мы бьем вот этого. Теперь у нас зомби док. Я, конечно, хотел сделать мобу вот в таких клетках, но вот в этих клетках, но они куда-то убежали от меня. Пойдем вперед. Так, их спавнить. Бываем ее. Она должна быть быстрой, это же собака. Так, все. Из нее кости еще выпадают. Так, все, эти с этими мы кончили. Нет. Так, их убираем. Сейчас будем других смотреть. Вот этих смотреть, опять будем.
Еще Альберт Уэскер, я прям не забуду. Давайте сначала начнем с Альберта Уэскера. Это у нас главный враг из пятой части. Так, я никого не пропустил. Но... Да, это враг, главный враг из пятой части. У него такие красные глаза. И мы убьем его. Он очень сильный, я это очень знаю, так что если буду много убивать, то простите. Мри. Но... Ну, буду в полете его убивать, потому что должен крит наносить. Нет, это не носит крит. Мри. Мри, коты думают, которые убивают каждого моба в этой игре своего удара. Значит, он долго как-то убивается. Выкачу, да? Ребята, я зря выкачу лапис, так что сразу же его убил. И ему выпадает одежда. И его выпадает фактически вся одежда. Только у него были вот эти ботиночки. Ну, честно, где его одежда? Это очень сильно бронька. Ну, с немеса даже не могу ударить. Так, вот сейчас. Time set day. Так, продолжаем. Так, значит, мы начали с него, теперь будем отсюда. Значит, теперь он дон. Это житель из четвертой части. Конечно же, я играл в него, помню этих жителей. Тоже житель. С оружием мы тоже поговорим, мы будем даже говорить крафты. Так, это тоже житель. А вот это у нас, я не знаю, кто такой, вообще не видел этого монстра ни в одной из части игры. Даже не могу писать, в какой части этот монстр. Лучше напишите в комментариях, кто он такой. Он никогда не видел монстра. Будет даже стрёмно. Долго он умирает. Нам тоже даже умирали. Значит, теперь у нас идет оставшиеся два врага. Это у нас зомби из Resident Evil. Это просто обычные зомби, как из Resident Evil. Все, он умер. Дропает он как бы обычное мясо зомбиское. И та-та-та-та-та. Вот когда я первый раз респавнил этого ужасного змею, я, знаете, я испугался. Реально, это очень страшная змея. Ну, кстати, на это... Ну, реально, я сразу испугался, когда я респавнил, хочу убить. Спасибо. И давайте, ну, давай, сейчас хочу к крафтам приступать и вещам, которые тут есть. Так, ладно, мы все мы убили. Теперь будем приступать к крафтам. Но перед крафтом, мы должны показать, я хочу показать вам вещи, которые уже есть, вот там есть, добывает этот. Как там сказать это? Мод. Так что я сейчас покажу запись и подготовлюсь. Так, ребят, все подготовлено. Только ты не подготовлен. Умри. Так, смотрите, короче, например, сам такой вот, ну не знаю, ну, сам вы идете по шахте, идете, копаете, та-та-та, и вы куда ходите, например, вот такие вот белые штучки, да? Давайте их берем. Нам попадаются вот такие вот, видите, вот эти блоки. Ну, нам попадаются вот такие, нам, если мы срубим их, попадаются, ну, берутся такие блоки, как у железа. И нужно их, наверное, переплавить. Я точно не знаю, это мод не уникса. Не уникса. Теперь у нас идет. Теперь после того, как мы находим это, мы идем, копаем дальше, копаем. И находим вот такой вот рубин. Нам тоже надо переплавить. Так что мы сейчас переплавим его. Пробуем, точнее. Блин. А, да, у меня что-то гейм-моды нету. Гейм-моды один. Так, блин. Это ввел гейма мод 1. Все. Так, ладно, все. Так, быстро. Так. Печка. Нет, не это. Печка. Так, быстро. Так, так, сюда мы ставим вот это. И чем мы будем жечь? Мы будем на палках жечь. Кул. И ждем. Ждем. Давай. Вот мы почему такой, как. Этот айрон, и как это называется, ну как этот, блин, как этот железом мы получаем вот такую вот штуку, и мы после этого мы можем, если мы находим такое руби-руду, и если мы переплавим, мы получим такой рубин. А теперь, ребят, перейдем к крафтам. Я выкачаю запись. Я сказал, что мы сейчас будем показывать крафты, но нет, мы не будем показывать крафты, мы начнем теперь с оружия. Теперь у нас добавляет вот
Вот только оружие, ну, не считая еще пилу, вот эти всякие оружия, они не сказали, что они самые сильные, очень сильные. У них практически одинаковый урон. Сейчас здесь респавнен какого-нибудь жития, например. Сейчас, где у нас респавн? Вот, например, вот до этого дома мы зареспавним. Только дома зареспавним. Так, начнем. Значит, начнем с этой вилки. Эй, куда побежал? Куда побежал? Он далеко побежал, начнем убивать. Мы убиваем его. Так. Ну вот, так быстро убивает. Короче, не представляю. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ударов. 1, 2, 3, 4, 5. Так, такой же урон, как у того. 1, 2, 3, 4, 5. Так же. И 1, 2, 3, 4, 5. Лучше удачку погулять. И быстро. Ну, и... Я забыл это. Простите. Я забыл ее убрать. Ну вот, одинаковый урон, пойду убью всех их, а то не мешает мне. Нет, не так. Да. Я у него скрыт. Так, ладно, теперь переходим к еде. Ну нет, точнее к броне. У нас есть две брони. Это вот Айбрата Вескера, она у меня сейчас где-то, и вот РПД. Айбрата Вескера нельзя сковать, зато это, ну, скрафтить. А вот это можно сделать. Так что мы сейчас будем показывать карту, но пока не будем это практически делать. Мы сейчас не... Мы пока все покажем. Что тут есть? Так, я покажу. Теперь еда. Теперь у нас такая еда. Ну, точнее, это аптечка, можно сказать. Так что... Блин, такое чувство, сейчас херабрин, я обернусь, у меня херабрин нападет, оп, и все. Game mode 0. Теперь надо, не знаю, чтобы сделать, надо зареспавнить какую-нибудь бомбу, чтобы нас побил. Тоже мы сами убьем. Ну да, Эберт Вескер. Ты. Все, давай. Давай, хотя бы... Чистую. Все, теперь сражаемся с тобой. Эпик батл. Так, все, убили, теперь проверяем. Так, первый у нас это грин. Так, мы стреляем. Стоп, это что, еда, что ли? Это еда! Блин, это еда, я думал, ты должен хп восстанавливать. Блин, я, простите, ошибся. Ай, особенно не осматривается тьма, так что вы простите меня. Допустим, первый обзор, так что... Теперь пойдем к крафтам. До встречи. Ну нет, нет, это не конец встречи, сейчас я покажу. Начнем. Так, чтобы сделать первый наш меч. Нет. Так. Это у нас такой вот маленький ножик. Можно вот вы видели, как надо все сделать. Я вам сейчас показал. Так, теперь, чтобы сделать виллу. Ну, вы знаете, что за вилла. Вот, наверное, вот так положить. Одну палку нам нужна. Одна палка. В самом низу. И вот четыре таких штук. Мы получаем вот такую виллу. Вот она. Пиваем следующим крафтом. А следующий крафт это у нас ножик РПД. Или как это называется. Так. Вот нам нужно. Нам понадобится одна палка. Один вот эта штука. Я знаю, что такое стил, а я не знаю, как это перевести. Вот кремень. Мы получаем Combat Knife, это РПД. Нож РПД, такой вот ножик. Так, следующее оружие, это у нас идет топор. Боевой. Вот так он крафтится. Так, обычный топор. Также обычно крафтится и обычный топор. Те, кто знает Майнкрафт. Так, крафтится обычный топор майнкрафтский. Так что, там все такие. Так, следующий стоит мачете. Первый, мне нужно поставить эту палку, эту, и на эту палку вот сюда. И поставить еще два этих штук. И мидик, где как это называется. Ну, стил Айнгут. Называется это белое железо. Так, мы туда вложим два белых железа и получаем вот такой мачете. Так, следующее оружие у нас
бензопила. Прежде чем сделать бензопилу, мы должны сделать другую вещь, которой у меня нету нужной штуки, поэтому я могу взять эту штуку, так что просто надо быстро штука, где она? Я быстро ищу. Так, это нитка, вот нитка. Там нужна нитка. Так, все, теперь делаем эту вещь. Чтобы сделать вещь для последнего оружия, нам нужно... Во-первых, нам нужно 4 редстоуна. Да. Нам нужно 3 белых железа. Белого железа. 1 рубин. И внизу мы кладем нитку. Мы включим вот такой engine. Теперь, чтобы сделать пилу, нам нужно... Нужен уголь, золото, нет, я вообще сейчас возьму и скачу. Вот крафт нашего последнего оружия. Так, мы ставим по бокам. Внизу мы ставим по бокам. Вот эти рычаги. Дальше мы ставим золото, самый низ. Дальше мы ставим уголь и сюда. Нет, не сюда, сюда. И теперь мы ставим вот пойдем наш дорогой инжайн, который мы сковали. Скрафтили, точнее. Несколько минут назад мы ставим сюда два рестоуна. И последнее, что надо, это айрон. То есть это железный свиток. И мы получаем такую бензопилу. Это прикольно, в принципе, оружие. Кен убивает, жить я уже забыл. Вот, как алмазы, наверное, что ли. Ну что, теперь осталось нам, теперь у нас армия идет. Так, как сковать нам... как нам сковать нагрудник? ПДС, так это говорится. Мы кладем по бокам здесь вот эти штуки, и мы получаем здесь, и все. Ладно, все, плюс нам надо раскладывать здесь. Странно. А должен же быть крафт, как так? Не понял. Уже у них нету крафта. Нет, странно. Крафта нету. Что, из-за этого не открафтить? Подождите, ибо это что-то не так установил, ибо это у меня уже что-то с головой не так. РПД бус. Бусы есть. А что, можно сковать? Проверяем. Если можно, то я не понимаю. Я уже нашел неправильно установил, что ли. Странно. Это у них нету крафта, значит. Ну ладно. Простите меня, ребята, если я что-то не так сделал. Умоляю вас. Я сделал все, как я видел в крафте. Поэтому простите меня. А теперь мы переходим к самому последнему, что в этом моде и прощаемся на это. Так, ну, чтобы сделать это, мне нужно нажать на N. То есть выключу запись, я покажу вам последний крафт. Итак. Так, вот крафты. Так, я кушать эти штуки не буду, так что, потому что не хочу полчаса стать голодать, он очень долго голодает, нахарит, сижу, он нормально не может проголодаться, так что, будем без этого, так что, так, стан, ой, где ваш крафт, это красная, да, красная трава, вкусная трава, крафт не очень даже простой, нести, наверное, требует хотение, мы получаем вот такую, красную штуку. Дальше у нас требовательный крафт, но все равно. Блин. Почему? Почему? Есть. Блин. А не то. Все, 6, давайте. Все. Быстро. Нет, не так. Так, вот она как-то. Ага, вот так она капается. Так, вот так. Палка и семена. Все, вот это. Итак, и последнее на сегодня. Это желтое. И последний крафт на сегодня. Если это будет конец, это у нас такая вот зеленая. Такой вот у нее крафт. Вот так. И семена. И вот чем-то штука. Я не знаю, сколько они устанавливаются у нас.
этого хандри штук этих. Но там нет, не прям. Ну даже не. Ну я даже не знаю, я потом проверю без записи. Так что пока хочу сказать всем спасибо за просмотр. С вами был Спанч Боб. Мы смотрели на морд. Какой морд? Мод! Резидент Evil 5. Ну, просто Резидент Evil. Вот. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Ладно, ну еще хочу сказать, обещаю, выпуски будут следующие в дальнейшем другие. Я буду тоже как-то упрощать. Я, например, добавить туда сундуки, в которых буду показывать крафты. Потом крафтить. Что-то доказывать вам. И попроще сделать. Потому что это ж, ну, ребята, простите меня, это первый выпуск. Потом такой тупой. Я обещаю вам дальше, что будет намного лучше. А пока подписывайтесь на канал, с вами был Спанч Боб. Всем пока-пока.